Когда выяснил, что ящер в доме старинный Гарлоу предатель, лутай сейф, там рецепт для создания бомбы. Основной ингредиент тоже лежит в сейфе. Делай бомбу и дуй в смущенную русалку общаться с капитаном. После разговора с Кэпом иди в подвал, где тебя уже ждут. Бич Арги. Его нужно будет метнуть прямо вот в эту вот сладкую булочку зеленого цвета. Также для того, чтобы ее победить, необходимо будет уничтожить грибы, которые мы можем наблюдать на поле битвы. Стоит учесть то, что грибы каждый раунд полностью отхиливаются, то есть их нужно уничтожить за один раунд. Желательно, чтобы у вас кто-то был из персонажей, кто умеет летать, потому что двое из грибов находятся вне досягаемости для пеших прогулок. До одного гриба нужно будет вообще пролететь, а до другого гриба можно допрыгнуть. Убив грибы и метнув в коргу это вонючее какое-то непонятное зелье, она выблюет ребенка здоровенького, живенького, который убежит и, в принципе, на поле битвы не будет мешать. Ну а дальше от вашей сноровки все зависит. Удачи! Не забудь, пожалуйста, поставить нравлик, подписаться на канал и оставить благодарственный комментарий, если помог. What did you... Stay down, Vanra! Going to paint the wall with your guts, you little shit stain.
wanted my grown scene to petal, it wouldn't be you I'd call. To be on the go. Fungi are worth a thousand of you. Thank you.
to keep going. Again. Bloody clever clogs!